Всем большой привет! Сегодня я хочу приготовить закуску из крабовых палочек. Она готовится очень быстро, легко и получается вкусной. Я уже подготовил крабовые палочки, почистил майонез, яйцо, муку, специи. Куриному яйцу я добавлю майонез, специи и все хорошо перемешаю. Специи у меня сухая аджика и смесь перцев. Вы можете добавить специи любые, какие вам нравятся. Вот такой вот получился у меня кляр. Пока я его отставлю в сторону. В муке обваляю крабовые палочки. Крабовые палочки в муке я обваляла. Теперь по одной крабовой палочке я буду опускать в кляр, а после выкладывать на сковороду, разогретую с растительным маслом. И жарить с двух сторон до золотистой корочки. Закуска из крабовых палочек в кляре приготовилась. Вот такая вот она получилась. Она готовится очень быстро, легко, получается вкусной. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания, до новых встреч!